Кажется, дождь собирается. Пойду ли я на рыбалку? Конечно же, да. Лёша, ты Ваня. Вот надо будет Ване сказать, вернее, Лёше сказать, что он Ваня, короче. Что только не увидишь. Всем привет. Вот мы и на месте, наконец-то. Выбрались. Карантин у нас ослабили немножко. Слава Богу, уже можно выходить в парки, во всякие там пляжи и так далее. Народ повылазил. Ну и я наконец-то выбрался. Вчера, слава Богу, заработали рыбацкие магазины. В свободном доступе есть червь, опарыш. Все есть, все можно купить. Трохи захекался. Фух, пока дошел, капец просто. Оказывается, взвесился 20 килограмм снаряжения. Ношу с собой. Тут, короче, якобы 3 тонны рыбы выпустили. В позапрошлом году приезжали эти зоо какие-то там защитники, зоофилы, короче. Вот. И выпустили 3 тонны рыбы. Даже видос есть на ютюбе на эту тему. Местные тут что-то воняли на тему того, что не дамо, короче, ловить, все остальное прочее. И рыбохорона, короче, сказали, что год не дадут ловить, потому что типа, чтоб за рыбок не этот самый не выловили. Уже прошло 2 года, поэтому я ничего не нарушаю. Посмотрим, какие тут 3 тонны рыбы есть. Сегодня погода говняная, честно говоря. На вечер дождь обещали. Не знаю, вряд ли что-то поймаю, но уже просто сил нету, не в моготу. Так хочется на рыбалку, что капец просто. Аж скулы сводит. Закинусь, промеряюсь. Первый раз я здесь. Ну как первый раз? Пьянствовать я сюда приходил. На рыбалке еще здесь не был. Местные называют это озеро Зимснаряд. А в Википедии оно значится как Небреж. Это Киев, детка. Харьковский массив. Короче, тут стоял когда-то Зимснаряд. Намывали район, строили песок. Сейчас тут озеро. Википедия говорит, что максимальная глубина около 30 метров. Судя по воде, рыбы особо нет. Ни верховодки, ничего, даже малек не гуляет. Плохой признак, честно говоря. Место вроде удобное, но это ж как всегда, где удобное место, там ни хрена не ловится. А вот где всякое зажопье, чагарники, хащи всякие, там обычно ловится. Посмотрим, на что клевать будет. Одно удилище, одно один крючок. Сука, с одним удилищем, с одним крючком, блин, выловишь, поймешь, где, блин, на что клюет рыба, так заколебаешься, полдня потратишь и нифига не поймаешь. А так ты, блин, закинул, блин, то-то-то-то, сразу попробовал, ага, на это не берет. Потом уже можно на одно удилище ловить. А так смысл, что? Все равно, блин, больше 3 килограмм рыбы не заберешь. Так какая разница, ты эти 3 килограмма поймал на один крючок или на 4? По-моему, одновалентно, честное слово.
Сейчас еще поплавчанку достану. Потому что на фидер по-любому клевать не будет. Я хотя бы, может, эту верховодку поймаю. Открыть сезон с нулем. Я уже ходил так. Лошара, блин. То ли дело по египетской пустыне, блин. Рассекать на квадрике. Крутя в свое время. Смотрите выпуск на канале. Квадроцикл, блин. Сафари в Египте. По-моему, так назывался выпуск. Хорошее было время. Ух, отдохнули клево. Спасибо жене. Почему жене? Потому что премию получила, блин. Не потратила на какую-то херню. А, блин, мы эту премию благополучно всей семьей, короче, в Египте и прогуляли. Хорошо отдохнули, блин. Помнить буду всю жизнь. Вась. Так, киевские рыболовы призывают леща. Рыбалка. Это состояние души. А ты можешь посидеть в тишине. Кто-то йогой занимается, кто-то медитацией. А, блин. Ходит на рыбалку. Рыбалка — это та же самая медитация. Если еще напарник хороший по рыбалке, то вообще классно. Какой-нибудь шутничок, который всю дорогу кинет, сказки, приколы рассказывает. Есть у меня такой знакомый товарищ, коллега, очень хороший, с работы. Тоже Миша зовут. Миша, привет тебе, если будешь смотреть мой выпуск с Белой Церкви. Вот такой мужик. Ведро не взял под прикормку, блин, коробку не взял. Простофилия, короче, блин. Все позабывал. Ты ж так бежал, блин. Я бегу, и волосы мои назад называются. Ну шо, фидера молчат, а верховодка рулит, как всегда. Мелкая, правда. На соседнем озере верховодка крупнее. Верховодка — вкусная рыбка. Маленькая, правда, но зато очень вкусная. Особенно жареная верховодочка. Это просто бомба. Ну, давай. Это мусолик. Такая противная. Такая прошенная. Капец. О, вот это поклёв. Ох, как повело. Есть! Рыбалочка, она и в Африке рыбалочка. Верховодку я люблю. Так пожаришь. Ох, красота. Как моего, как семечки. Идет одна за одной. Что клюет, то и ловим. Хотел спиннинг покидать. Ну, блин, оказывается. Оказывается, я забыл силикон дома. Так что? Алло, улю, прилук и бахмач. Что называется? Муравьи обсадили, блин, чайник. Сахарок понравился, да? Вот черти. Верховодки надергать тоже нормально, а чё нет? Есть. А, сход. 3 тонны рыбы. 33 тонны. Что такое 3 тонны рыбы на такое озеро? Это, блин, смех просто, слезы.
Ну, это вообще. Это уже, блин, дорыбачился. Уже капец, короче. Такой крупной рыбы я давно не видел. Печалька, грустишка и журбинка, что называется. Короче, дело к ночи, пальцы в очи, спокойной ночи, что называется. Один удар был у нас на этом самом, на правом. Я уже думал, там крупняк, ё-моё. А там голяк. Надо идти на Днепр. Тут ловить нечего. 3 тонны рыбы. 33 тонны. То есть, ты на... Ну, исход. Отлично. Короче так, комрады. До встречи на Днепре с новой камерой. Вот. Потому что тут не брешь в жопе.